my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию нашего прохождения GTA. И, ребята, спасибо всем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео, поставит лайк, оставит свой комментарий и также не забудет подписаться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, кто приходит и становится новым членом нашей большой дружной семьи. Ребята, давайте наберем 200 лайков, если вы хотите видеть новую серию GTA прямо завтра. То есть, я всегда все делаю для вас как можно лучше. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть новую серию GTA как можно быстрее, завтра, послезавтра, поставьте лайк, и она выйдет как можно быстрее. Сразу же, меньше разговоров, сразу же мы отправляемся к Тревору. Потому что вы видите то, что у нас сейчас есть там задание, и как можно быстрее мы туда попытаемся, отправиться. Поэтому, ребята, не будем тянуть кота за причиндалы и сразу же туда пойдем. Кстати, а может нам протюнить тачки? Потому что давно мы уже этим не занимались. И, если честно, я уже соскучился. Я уже соскучился по тюнингу тачек. И мне кажется, наверное, я не знаю, вряд ли в этой серии уже. Потому что в этой серии уже другие планы. В этой серии мы уже сейчас едем к Тревору и будем выполнять его задание. А новые тачечки мы постараемся протюнить, наверное, в следующей серии, да, только нужно найти какие тачки, потому что, честно, я пока что не знаю. Наверное, вы, ребята, мне будете писать в комментарии, какие тачки же протюнит. Дайте-ка я немного опущу вот эту камеру, потому что я тут сижу прям, знаете, вот, чтобы было видно мое лицо. Так я могу опуститься и нормально так посидеть. Пишите в комментарии, какие тачки вы хотите, чтобы я тюнил. То есть гуглите, ищите имя вот этих тачек и пишите мне в комментарии. Я попытаюсь потом тоже в гугле найти, что это за тачки, и также потом их протюнить. Если у нас, конечно... Извиняюсь, хотел что-то сказать, потом горел что-то... В предыдущей серии мы же получили нормально так бабла. Вот тут сбоку... Нет. Ух, ни хрена. Почему в этом меню так сильно лагает? Я не знаю. Короче, ребята, у нас около 600 кусков долларов, да? Вроде столько. Поэтому потом мы сможем что-то даже обтюнить. Какую-то крутую тачку или даже купить какую-то крутую тачку. Ну что там? Красивенький. Нифига себе! Домик прибрался, какой чистенький. Не зря же Тревор украл ту бабулю. Она ему служит прям, я не знаю, какой-то убойщицы. I'm an independent thinker, living out here away from the man. From what I can tell, you're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand, you understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes. Жена. Жена ему. Very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This better be fucking good! Jesus. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. Invite you into my home, like Amy? It's like living with a fucking horny skunk. Я хочу на мотоцикл! Я хочу на мотоцикл!
We'll stay in touch on the headsets. Догоняй. Запрыгните на крышу. Нихрена, это прям какой-то форсаж у нас тут начинается. На крыше поездов прыгать и на все остальное. Ща посмотрим. Ща посмотрим, что мы можем вытворить. Майкл за нами едет. Или нет? Я беру машину, чтобы гнать катер, чтобы ограбить поезд. Ага. Ща. Пускай они там договорят, и я скажу что-то. Ща, все, больше нету разговоров. А. Я знаю, что это за задание. Gold. Sometimes our work, priceless antiquities. Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. О, там поезд and уже. Here she is, a magical train. Ребята, да, дайте я договорю. Это вроде миссия, где мы остановим Mike, поезд, он будет на мосту. We'll и потом этот поезд упадет okay. с моста в речку. Это вроде очень эпично будет, это вроде вот то. С возвышенности можно прыгнуть на крышу поезда. Getting changed. What if you? Mike, oh yeah, another. Чу-чу. Сейчас. Я думал, там нужно, ну, на нормальной скорости прыгнуть. Это оказалось, что мы перепрыгнули. Да вашу мать, отдай. Требующий может прыгнуть на поезд. Да вы вашу мать издеваетесь, что ли, а? Люди, пожалуйста, дайте мне запрыгнуть. Чё за идиот? Stop that train! Да дайте мне запрыгнуть этот конченый поезд, вашу мать, а? Ты зараза. Это тяжело, ребята, это тяжело попасть на сам поезд. Это не кажется. Может, вам кажется, что это легко, но это не очень легко. Ребята, я уже тут с ума схожу, если честно. Да вы мне сегодня дадите запрыгнуть на этот конченый поезд, а? И я упал, да? И я упал. Я тут оказался. Вы видели, как я запрыгнул? Я полчаса пытался на него запрыгнуть, потом случайно ударился об стенку, и он сам слетел и запрыгнул на поезд. О, так, сейчас. Нужно на скорости вот тут проезжать, а то я только что упал из-за того, что Так, значит не на скорости. Значит, как-то по-другому нужно. Миссия, конечно. Да ваш... Тревор, я тебя прошу, мы тебя все просим. А почему он сейчас так быстро едет, что прям не спотыкается об эти вагоны? А только что Я аж вспотел, если честно. Howdy.
Скульт, чтобы осмотреться. Вяжу, чтобы набрать скорость. Cut it, eat it, be under that fucking bridge. When we go past Polito Station, all of Meriwether's gonna be onto us. Ребята, это вроде то задание, где мы остановим этот поезд на каком-то мосте, и потом этот мост, и потом этот поезд упадет с моста вниз, в речку, или не в речку, или разобьется, я не помню, честно. Но что-то я помню, что связано с мостом. Вот, видите, что-то с мостом. Так, это где еще Майкл? Нифига себе. Доберитесь до железнодорожного моста. Вот он, видите? Я вот не вот этот ближний, а вот там, где наверху. Нифига себе, катер прям летает немного. Сейчас мы доберемся, не беспокойтесь. Как успехи? Нифига себе! Чтобы бродяжу... Вот. Ага. Сейчас что? Используй бомбы и липучки, чтобы взорвать... Ну что, от первого лица, ребята, как думаете? Рэмбо! Защищили! Опачки! Так быстро? Мы уже минус два вертолета сделали. Это где еще? Используй снайперский прицел. Где? Вот. С одной пули! Идиоты! Все, разобрались. Перезарядимся. Я тут, стоять! On, ну? Чувак, ты ничего не попутал. Так я тут, я не могу сесть! А, вот. Иногда вот это залагивает. Я не знаю, почему реально залагивает. То есть я нажимаю на кнопку, он не садится. Это будет эпичненько. Все, поехали. Я хотел играть за Тревора. Я хочу... Не, чувак. Я хочу отстреливаться. Ты давай будешь ехать, а я буду отстреливаться. Нам, в принципе, дали выбор, да? То ли играть за Майкла и гонять... катер, то ли играть за Тревора и отстреливаться. Мне, если честно, больше нравится отстреливаться. Ни хрена себе. Там вертолет где-то есть? Нет, мне показал. Кто там рычит? Туристы! Туристы!
Все, больше никого нету. Я всех перестрелял. Еще вот этого орла. О, вертолет. Все? С этим умением Тревора это вообще, ребята. My glands are just fine, without the crashing trains, exploding helicopters, and sinking boats. Come on, we need to get on land. Нужно выс... Ага, подведи катер, катер берегу. А где? Ага, вижу. Man, you work hard for your living. Boil it down for me. How much you think you make for a senseless killing, huh? Couple nickels? Вижу. Вот тут. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identity. You know there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Доберись до транспорта отхода. Это что? Это вот это золото? Ух, это как я знаю, эта машинка не очень крутая. Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. Так мне самому интересно, что там такое. Perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job, fuck things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? A couple kids pulling jobs, the big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. Nah. You keep the case. Fuck you. Okay, hey! Alright. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, alright? Because I respect that lady and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, alright? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. Yeah, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. The big one! The big one! Ух, будем сейчас на вот этой тронтолюге куда-то добираться. Так, ладно, мы выполнили задание. Мне интересно, какое следующее задание будет. Для... Вот, выполнено. Давайте сохраним. Чуть кружку нафиг не перевернул, опять бы все кофе на вот эту клавиатуру бы вылил. Как всегда, уже не знаю какой раз. Hello, Townley's on the line too. Hey, Trev. All right, I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger is already on the way. The window is open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Так, все, ребята, сейчас я посмотрю, сколько уже серия длится. Так, мне кажется, можно уже заканчивать. Давайте я посмотрю, какое у нас будет следующее задание. Вот, ага. Вот это ФБР, да, это ФБР, но это мы будем, ребята, делать уже в следующей серии. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась и то, что вы поставите лайк. Ребята, я еще расскажу, набираем
200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Он там военная база хотел перепрыгнуть. Это можно так перепрыгнуть, только не на этой машине. Если вы хотите видеть новую серию GTA 5 как можно быстрее, завтра или послезавтра, поставьте лайк, набираем 200 лайков, сразу же выходит новая серия GTA 5. Ребята, я уже много раз говорил. И также, кто хочет со мной пообщаться, я общаюсь со своими подписчиками, оставляйте свои комментарии, свои вопросы в комментариях, я постараюсь их прочитать и также на них ответить. Также подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику, поэтому, ребята, клацаем на кнопочку снизу или вот всегда путаюсь. Вот тут кнопочка, вот тут красненькая кнопочка. Кликаем и подписываемся на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.